Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной сегодня работает оператор Александр Худяков. Начнем с телезрительских кадров дня. И вот фотография от Натальи Бузмаковой. Голубь, который клюет рожки до макаронки с подписью «Когда очень хочется кушать, и это сойдет, не поспоришь». А второй кадр дня от Надежды Быстрых. Вот так оригинально пишет она. Друзья поздравили ее дочь с днем рождения. Позитивно получилось. Дом 1Б по улице Смирнова старенький, двухэтажненький и практически аварийненький. Но даже в таком доме можно поднять себе настроение, и жители это сделали. Взяли и расписали стены вестибюля, и получилось хорошо и позитивно. Фишечка на закусочку. Домик для здешних кошек. Они через это отверстие гулять ходят. Забавно. Время от времени в разных районах города нам приходится заниматься плавкой снега. Сегодня мы этот физический опыт проводим между домами номер 8 и 12 по улице Братская на Юбилейном. Вот снежок, вот труба. Между прочим, теплотрасса. Снежок, естественно, радостно плавится. А все почему? А все потому, что не заизолирован этот участок. И, естественно, отапливает улицу. К жуткому неудовольствию людей, которые за эти утери тепла платят из своего кармана. Впереди выходные. Провести их интересно и позитивно желают вам Игорь Гиндис и Александр Худяков. И, конечно же, не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы 2-630-300 для абонента «Дежурный по городу». Сайт в интернете refey.ru. Непременно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Ну, а на сегодня все. Спасибо, удачи. Пока.